Hello! Желаю успехов тебе, Макс, ехал! Сегодня вторник, 6 марта, вот отправляю диск, потраченный вперед. С футболками пока вопрос не решен. Вот диск оплачен вперед. Человек сказал 70 гривен плюс 30 гривен. Он Укрпочтой хочет. Вот. Комиссионные все твой головняк. Человек сказал, прислал 95 гривен. Я ему просил, говорю, надо было 100 ровно. Ну, потому что это же и скотч, это все упаковка, это все труд, время мое, тюк. Вот, короче, договорился так, что я ему в битом коробке отсылаю, это как раз 5 гривен. Вот, то есть 95 гривен, все. И ничего не надо уже. Так, вот диск отправляю. Диск там внутри. Как бы вот так, вот так вот. Раз. Музыка моя. Воркал. Воркал. Точнее, воркал. Там название читается так. А это мы вставляем сюда. Если оно сюда, конечно, влезет. По идее, должно влезть. Здесь мне пришел один диск, кстати, да. Это мне посылку присылали с одним диском. Вот, сейчас на это дело засунем. О, аккуратненько. О, как раз впритык. Куда не денется. Ничего там не шевелится, как говорится. Все. Ну это как бы мусор. Сюда можно засунуть. Сюда. Вот. Ничего не будет плохого. Это мы сейчас делаем надрезы тут. И это сейчас контакт. И все. Это я публикую в четверг, наверное. А может завтра. Но сегодня. Не знаю, может быть. Сегодня нет. Или 7-го завтра, или 8-го. Вот так. Вот я уже написал тут свой адрес. И адрес, куда отправлять. Так, сейчас мы это дело прикрепим. Вот. Никуда не делось. Подрежем. А, кстати, какие-то эти. Ну, давай. Вот. Реклама какая-то там. Типа дисков. Ну, это не мой лейбл, как бы. Я их использую себе как это. Вот. Как легко. Thank you.
посылочку для отправки. Вот диск, тут один диск, все, куда он не денется, упаковано нормально, блин. Сейчас мы для второго сделаем. Теперь уже точно никто, ничто никуда не денется, ни бумажки вот эти никуда не денутся. По весу грамм, наверное, 100. Ну и все. Ничего сложного. На самом-то деле и нету. Все, готово. Все, Metalhead, пока-пока. Учитесь продавать, деньги вперед берите и пакуйте. А то наложенный платежом, бред какой-то. А наложенный платеж что это? Это получается люди могут не прийти за посылкой или 50% оплаты. Скажет, да, я потом, а где гарантия, что человек остальные деньги заплатит? Нету. Так что с клиентом надо как с девушкой. Ты парень, продавец это парень, клиент это девушка. И клиента надо убалтывать. Как девушка получается. Все, пока-пока. Так устроена вселенная. Законы вселенной никто не отменял, и они действуют в жизни. Все. Вот посылочка уже готова. Все, буцать ее тоже, в принципе, можно как карту памяти. Ну, не так, конечно. Все, пока-пока.